Я думаю, что вообще технологизирование, оцифровывание — это прикольные вещи. И вот следующий этап, куда, я думаю, пошло AMA CRM, куда идете вы, это как... Я вообще не люблю Элона Маска и Джобса говорить, потому что уже как будто матерное слово какое-то такое. Много героев и без них, но Джобс сказал прикольную вещь, что лучшая технология — та, которую ты не видишь. Ну реально, все. Человек звонит, создается задача, само все происходит. А там, не знаю, что-то произошло, еще что-то произошло. То есть менеджер должен заниматься своим делом. Он должен открывать рот и двигать языком. Больше ничего не должен делать. Все. Он работает, он снимает с клиента возражения. Все остальное должна работать система. И мне кажется, вот в связке с вами, в связке с ребятами, которые сейчас являются клиентами, подписчиками вашего канала, в связке с Мишей из AMA CRM, может быть, где-то там Клуб Хантер даже поможет. И вот это будет система, в которой все будет работать без лишних движений. Но у нас как любят там? Все любят написать свою CRM-ку, написать свой callback, написать свой сайт, короче, все написали, а продаж нет, да. Поэтому, я думаю, не надо бояться обращаться вам, к внедренцам, к разным специалистам. Узкие решения самые офигенные, как правило. Но что AMA творит на рынке, это вообще капец, потому что там они интегрируются со всем. То есть, чем можно только.